Друзья, всем привет! Дневник благодарности. Меня зовут Павел Гусев. Как обычно, мы сегодня делаем практику благодарности. Сегодня день номер 52. Делаем это каждый день. Я уже рад вас видеть на этом канале и рад, что вы вместе со мной благодарите за все то, что вы имеете, за ваше окружение, за все то, что с вами происходит. Делайте это каждый день, ведь сила благодарности улучшает нашу жизнь, дает нам много возможностей и позволяет фокусироваться на плюсах. Я начал изучать эту технику и понимаю, что в мою жизнь реально приходят крутые возможности. Друзья, досмотрите это видео до конца и вместе со мной на практике я сейчас сделаю свои 10 благодарностей. Поехали! Первое. Я благодарю за то, что я здоров. Второе. Я благодарю себя за то, что я сегодня сделал утреннюю пробежку. Третье. Я благодарю себя за то, что я слушаю аудиокнигу про блокчейн. Саморазвиваюсь. Четвертое. Я благодарю за воду, которая у меня есть. Как видите, я благодарю за простые вещи. Пятое. Я благодарю за то, что я сегодня сходил на выставку по современному искусству. Это было очень круто. Шестое. Я благодарю за то, что у меня есть знакомые друзья, с которыми я могу общаться, и с которыми я хожу на выставки, и с которыми провожу круто время. За это я очень благодарен. Седьмое. Я благодарю за то, что я начал обучаться крутому танцу. Называется бачата. Это очень круто. Восьмое. Я благодарю за то, что у меня есть возможность ездить на машине и у меня есть водительское удостоверение. За это я очень рад. Девятое. Я благодарю за то, что у меня сегодня состоялась видеосъемка. И я благодарен за денежное вознаграждение. И десятое. Я благодарю за все то, что со мной происходит, и за новые возможности, которые ко мне приходят каждый день. Я этому очень рад. И за это очень благодарен искренне. Друзья, как видите, все очень просто. Я надеюсь, вы тоже сделали свои 10 благодарностей. Это несложно. И тем самым вы притягиваете в свою жизнь изобилие и процветание. Друзья, секрет успеха в жизни и достойного заработка на любимом деле – это подписаться на дневник благодарности и благодарить вместе со мной. Обязательно оставляйте свои благодарности под этим видео, я все просмотрю. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы было напоминание о благодарности и благодарить вместе. Это очень круто. Ну и по традиции, благо принимая, приумножая и возвращая. Всем пока!